Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас будет сегодня веселое видео. Вчера я вам фрейм заснял, попозже открою видос. Сейчас, ну я не знаю, я уже бомбить не буду. Будете бомбить, наверное, вы. Того, что админам на русском сервере, ну просто насрать. Ну, в принципе, наверное, как и на других серваках, кроме немки. Насчет... О, ничего себе. Нифига себе, ребятушки. Офигеть. Это ж немка. Я ж завтыкал, я на немку зашел. Мы получили ПБшку с вами на халяву. Можно собрать, ребят, целого зефира. Только на немке. В общем, это суть не в том. Я сейчас гляну, или у меня ПБшка здесь был. Вроде был. А может и нет. Да, ПБшка был. В общем, бомбящий видос будет. Опять по поводу тех же самых магазинов скидок. Сейчас я только раздуплюсь на немке. 1 плюс 1. Здесь вообще ничего нету. Зато здесь есть вот такой вот фонтан, где мы по чуть-чуть собираем с вами некроса. И сейчас вернемся. 49 монет, ребят. Карл, 49 монет на бездонате, на котором я практически через день играю. Блин, сегодня 2 осколка. Ну, даже 2 осколка все равно тоже круто. Так, ладно. Вот здесь можно получить зефира. И некоторые ребята вытащили, писали, собрали зефира. Чисто за одну попытку. Бум. Бугимен, 20 осколков, правда. Ну, то есть шанс вытащить зефира, конечно же, маловат, но... Ребята некоторые повытаскивали, то есть зефир реально халявный, и вот эти вот камешки, это бездонатный аккаунт, я получил в той же самой, ну, в том же самом фонтане. Вот такая вот, ребятушки, немка. Немка на сегодня реально тащит. Базар, пакет, один час, через один час здесь все обновлят. Так, 1 плюс 1, ну это все вчерашнее, окей. Поехали на Тайвань. То из-за чего мы сейчас, кстати, сравним напрямую то, что на русском есть, и то, что есть на Тайване. И вы увидите уже непосредственно конкретную разницу. Что-то сегодня с рынка, вообще печаль. Что такое Тайвань? What the fuck? Что с вами случилось? Это все фигня. Заходим сюда. Скидки. В этих скидках. Скин на ворожея, причем за самики, топовый скин. Есть возможность собрать. Это не главное. Заходим во второй пунктик и вуаля. Тот же самый магазин скида. Поехали, просто посмотрим молча, что здесь есть. Как видите, везде есть по 6 попыток. А вы уже, кто там больше, может что-то видеть, напишите в комментах. Может что-то пропущу. 400. 407. Это первый. И 6 попыток все есть. То есть это первый, ребят. 7 камешков. 42 камешка можно получить за минималку, блин. За минималку, Карл. Книги. Тоже обалденная вещь. Я думаю, для многих, кто не успевает фармить. Сундуки. Скины. Расходники, эмблемки, 10, 20 камней, карты. Ну, карты такое, наверное. Вот самое интересное, что отсюда берем так, что можно набрать. Это камней дофига. 120 камней на 12 героев, на секундочку. Ну, уже 3 попытки было, 5, кстати. Дальше, книги, камни. Ну, это то, что я для себя смотрю. Ну, карты такое, ну, в принципе... Расходники кому там надо. Но все равно, это первое, десятое, эти и сумки. Заходим во второе. Во втором, блин, они что, тоже поменяли? Или так же было? Вот я не помню, ребят, надо будет посмотреть. Но опять же, скины по 25 сундуков. 6 попыток. 6 попыток, ребят, по 25. Вот так вот. Знаете, на что можно спихнуть это все? На то, что на русском сервере, по сути, типа донат дешевле в 2 раза. Ну, если разобраться по пакам, то на русском сервере самые дешевые самоцветы. То есть самоцветов больше всего можно собрать за те деньги, которые вы потратите
на английском там и на прочем, ну, в два раза. Но плюхи здесь разница не в два раза по пакетам, если брать. Тут сейчас мы проверим, посмотрим. Но 75 на втором, 35, вот пальца даже есть, вот что. Тоже классная, 70, 210 пальца. Тоже, в принципе, неплохо. Монетки, сундуки. Ну, самые ценные, наверное, сундуки. Вот пятые, шестые сундуки, чисто ради книг. Я думаю, это самый кайф. Третий вариант. Печеньки, почему бы и нет. Интересно, поскольку 640, это 10 баксов. Печеньки, скины, зефир, дуэлянт, ну даже, ой, скины говорю, осколки, эмблемы, рунки, ну тут такое себе тоже. По-моему, первый было круче, если я не ошибаюсь, здесь тоже, по-моему, похерили. Ну, по 6 попыток хотя бы пооставляли. Побежали на русский сервер. Вот реально, немка халявным зефиром для бездонатов, это реально топчик. То есть у меня там было бы 3 попытки. Поехали, собери себе сам. Итак, смотрим. Кастрированный набор собери себе сам от русского сервера. Что мы видим? Здесь у нас расходники 250, там по 400 было. Но тут по 300, то есть меньше чуть больше. Карты, в принципе, также. Здесь запихали кучу этих долбанных усилители, которые нафиг не нужны. Здесь дают 10 книг. 64. Ну, в принципе, я вам скажу, довольно-таки тоже неплохой вариант. Неплохой. Но все же не то. 5, там 10 в 2 раза, да, ребят? Нет, там 20 в 4 раза камешки. Зато здесь дают сумки. Вот честно скажу, нехти. Плюс 4 попытки, там 6 попыток. Везде причем, то есть разницу уже тоже чувствуете. То есть обрезано здесь, допустим, если брать камни в 4 раза. И плюс еще минус 0, у вас 2 попытки, это еще 20-30%. Печаль. Второе. Сундуки, там по 25, здесь 10-12 потолок, то есть 2 тут в 3 раза. Большие вообще. Это что за хрень в 5 раз? Плюс-минус одна попытка. Коробки, которые нафиг здесь не нужны, по сути. Но вы имеете возможность выбрать по 4 итема расходника. Нафига? Вот реально, какой человек будет вот эту вот лажу покупать? Я не знаю. 400, 100, ну... Печаль. Позор. Здесь, наконец-то, 6. Но что они сюда запихнули? Там осколки зефира и дуэлянта, которого, в принципе, можно и так собрать. А что здесь? Здесь у нас Миша, ребят. Миша, Карл, который собирается, блин. Ну, это просто пипец. Нафига его сюда пихать, если он собирается там? Типа, вы думаете, что человек без донат не соберет там, а будет вам донить здесь, потому что ему нужен Миша? И 40, вот, смотрите, 40 уже в большом аж. Блин, ну, не знаю, 3 попытки, это реально, реально печаль. По базару там ничего вроде нету. Идем на английский сервер. Это просто жесть. Насколько они, конечно... Ну, блин, вам уже игроки сказали, написали. И куча ребят, которые просто, ну, в шоке с этого. Они дальше это все лепят. В надежде, что кто-то будет... Ну, конечно, кто-то будет брать, кто пришел новичок в игру. Это, конечно, круто. Ты можешь сам себе собрать. Так, что у нас здесь? Дуэлянт. У меня, кстати, на английском нету, походу, камней. Сегодня мы отдыхаем, курим мир на сторонке. Но мы должны были топ забрать. Да, мы топ забрали. Поставили всех на места. Но ждем дальше следующую порцию. Блин, печально. Реально мне печально. Вот, кстати, для... Что-то очень часто они их начали распродавать. Очень странно. Книжки. Что-то будет. Или увеличить левела, или хрен его знает, что они сделают. Что-то странно. Очень много книг. Так, скины. Здесь, блин, посмотрите. Здесь 100 сундуков можно купить. Да, дороже, но 100. О чем они думают, я даже не знаю.
Если там за 20 баксов вы соберете, ну, потолок 50, то тут за 20 баксов вы каждый день соберете пак себе по 100. То есть уже разница, блин, очень громадная. Ну, что тут сказать, это IGG, и тут нечему удивляться. В общем, вот так вот, ребят, сейчас я еще гляну. Айфон, что там у нас? Колесо удачи, хрустальный сундук. Ничего такого сверхъестественного нету на айфоне. Те же самые акции, 7-дневка. Трата тут охрененная просто. Чисто ради траты я даже запущу, вам сейчас покажу, что делается на айфоне. Да давай, ищи уже повтор экрана. Не хочет что-то оно искать. Программа запускается, а сам этот телефон не хочет искать, к сожалению. В принципе, все правильно. Ладно, потом вам покажу. В общем, вот такие вот дела, ребят. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.